новые утиные истории из журнала Ералаш, блядь. Параллельно с производством первых леопардов в 60-х годах конструкторы разрабатывали танк нового поколения. Анус они разрабатывали. Крепче? Крепче, да. Увереннее? Увереннее, все верно. Мощнее? Мощнее, мощность, блядь. Машину, которая прибавила бы в броне, но сохранила подвижность. Спасибо. И снайперскую точность. Снайперская стрельбы. Точность, блядь. Руки на... переломать кому-нибудь в GTA RP. Получился Kampfpanzer 07 BE. Пиздец, охуеть. Прародителей... Можно в каком танковом музее стоит, посмотреть хочется. И леопарда второго поколения, и новый танк. Охуеть. В конструкторском бюро. Обалдеть. World of Tanks. Получить его, блядь, можно получить. С 3 по 9 августа. Ну, но, вероятно, машина закончится раньше. Закончится раньше, количество, да? Ограничено. Ограничено. Партия... Блядь, вот у этого танка огромная на... совпадение с разработчиком. Количество ограничено, и разработчик ограничен. Вставляется с 3D-стилем и своим уникальным номером для каждой машины. Номер машины, и блядь. Почему этот танк стоит того, так, почему? Чтобы за него побороться? Ну-ка, объясняй, давай. Объясни мне, блядь. Продай мне его. Kampfpanzer 07 PE. Так, PE. 17 тонн тяжелее, чем леопард. Нахуй. Блядь, левша тяжелее, чем я, и неспроста, на. Башня здесь крепкая. Крепкая башня, да? Но это потому, что мозги мелкие, можно в бубен туда стучать, блядь, сколько угодно, один хуй по слогам читать будет. Хороший. 8 градусов. 8, позволяет, да? Позволяет уверенно играть. Уверенно, да, позволяют. Но это самое важное. Однако уязвимости есть. Есть, башню точно. Башню можно пробить в лючок, можно, или в лючок. Крышу. А в крышу? Она расположена под рикошетным углом. Ага. Но это не помешает кумулятиву или любому крупнокалиберному снаряду. Что-что... Но 2 года уже прошло с тех пор, как вы из ВГ смотрят, и смотрят очень жестко и очень часто меня. Потому что по КД стали проскакивать. И на... Ну вот они по КД, их мало, но они по КД, умные мысли. То есть и о правиле 3 калибров уже начали говорить, крупнокалиберный, да, снаряд упомянули. И о кумулятиве, которому пи***й. На угол вхождения снаряда. А потом, и ты вот так думаешь, вроде бы мир выздоравливает. А потом смотришь на биомусор типа Антара, блядь, вот таких же, как он. А они все шпак и подкалибер у них, имба. Имея неплохую броню, башня сохранила отличную скорость вращения. Это самое важное. И не ощущается вязкой. Вязкая, кстати. Но на башне все не заканчивается. Не заканчивается, как правило, да? У танков под ней есть еще и корм. Не подняться. Он тут тяжелый. Да ну на. Что-то танкует. Что-то, да. 70-миллиметровые борта можно вот подставлять под острым углом. Можно, да. Хотя противник может выцелить ВЛД или моторно-трансмиссионное отделение. А, ужас какой. Точно может. С точностью в этой игре выцелить полку спереди будет очень тяжело. Это не просто элемент декора. Mm-hmm. Он отлично защищает ВЛД. Особенно от кумулятивов. Все, кумулятивами не стреляем. Центр корпуса не пробивается ничем. Вообще ничем. Однако мощные подкалиберы все-таки могут пробить верхнюю часть. Антара уважили, молодцы. А нижняя лобовая деталь... Не дай бог меня кумулятивом в ковш пробьют, блядь. Не дай бог. Вычислю Антара, разорву... Просто спрячьте ее. Либо только подставляйте спрячь. Под так, острым углом, острый, разводя, да, угол. Противника на выстрел. Понял. Без укрытия ее лучше не оставлять. Так. Итого, броня не всепрощающая. Но точно, она есть. Она есть. Самый раз для очень подвижного тяжа. Все. Для тех, кто будет играть на Kampfpanzer без турбонагнетателя... Предусмотрена отдельная декаль со скоростным... Предусмотрена отдельная палата, блядь, для тех, кто будет играть его без турбонагнетателя. ...ограничением. Турбировать этот танк не просто можно, а нужно. Да ну на... Нормальная скорость достигает 55 километров. Не встать. 50 из которых он быстро набирает и уверенно быстро держит. Набирает, да? А еще танк отлично вертится и нормально едет назад. Нормально, целом, это хорошее слово, нормально. Объекту 277 или концепт 1Б. Ну, неплохо. Немец точно так же почти не отстает от почти средних. Почти не отстает. Он одним из... Вот мне это очень нравится. Подвижность говорит очень близкое, блядь, к концепту. И к 277 он почти не отстает от СТ. Но 277 обгоняет процентов 90 СТ 10 уровня. Это вот очень хорошее сравнение они сделали вместе с концептом. В первых занимает позиции. Может... Зачем ему турбач, Антар? Ну, чтобы на 7201 в 3К играть и говорить, сейчас я 3 отметочки буду брать. Позволить себе поменять фланг или догнать ускользающую добычу. Ускользающая добыча. Kampfpanzer есть чем ее закрыть. Нихуя себе он его. Ловко. Орудие стреляет по 410 хорошим уроном в минуту. С хорошим уроном в минуту. В сборке Kampfpanzer может огорчать противника каждые 8 секунд. Обалдеть. Пробитие позволяет.
Особенно у базовых подкалибров. Особенно у них. Если выцеливать уязвимости, так, специальные снаряды не понадобятся. Бля, а встреча с картоном — это просто путевка в ангар путевка для последнего. Путевка в ангар для нас. Не забудьте прокачать интуицию, так, чтобы быстро качаем. Менять подкалиберы, кумулятивы и фугасы. Все. По ситуации. Делаем. Лучшие так. черты орудия. Так. Конечная точность. Точно. И почти моментальное сведение. Вот это тут да. Тут наш герой проявляет черты семейства кошачьих. Точно. Во всей красе. Это... Такой комфорт стрельбы позволяет отказаться от стабилизатора в пользу турбонагнетателя, посылателя это... и закалки. Вот это ты молодец. Либо комплекса улучшения выживаемости. Во... Ну, так последний тоже сойдет, заодно да. исправить ситуацию с боеукладкой. А, боеукладку ломаю. Хороший да? обзор и точная хорошая. Пушка. Точная, сочетание самое важное. Брони и подвижности. Так, и что благодаря мы получаем? Этому Кампфпанцер дарит свободу. Ах... Настоящую свободу играть по своим правилам это очень и выбирать хорошо. Свой путь. Наша а игра, вид, ну, как говорится, ну, my life, my rules. Заметил. Что они в видосе да, показали. Да, они всегда ее показывают сразу. В последние два года. А как их не смотрит тебя, последние наверное. Два года они только это и показывают, родной. Кальный номер придают эксклюзивность. Эксклюзивность. Это так. редкая новинка. 25-50, 75 в сумме. Ну понял, третьего полетим забирать. Да стоит Кампфазу. Того. Вы можете получить ее в конструкторском бюро. А можно получить за то, что в это играешь? Потратив те валюты, валюты. Какие посчитаете нужным. Доллары принимают? Что вкладывать а рубли? Кредиты не так выгодно, не как так прочие выгодно, ресурсы. Да? Ну, конечно. Используйте специально... 125 миллионов таблет. Выложь да положь. Виджет на сайте игры, виджет. Чтобы заранее понять, сколько и чего тратить. Красавца. Ведь когда событие начнется, так. не все успеют забрать не танк успеют. Со стилем и номер. Особенно трясущимися руками. 3 августа. Так. Ищите конструкторское ищу. Бюро в своем ангаре. Все. И заполучите Кампфпанцер 07 ПЕ. Получаем, все. ПЕ. Поебал. Все правильно, молодцы. Хорошо, пойдем получать Кампфазен в ангаре с 3 августа.